Река Бельбек – это третья река у нас в Крыму. Первая – река Салгир, 207 километров, когда-то впадала в Азовское море, сейчас никуда не впадает на водозабор. На втором месте – река Альма, переводится яблоневая, значит, точно так же никуда теперь не впадает. Хотя то, что вытекает в море, это то, что остается после очистных сооружений. А вот на третьем месте – не очень длинная, всего 82 километра, но зато была самая широкая, самая полноводная река, называется Бельбек. Что скажешь по поводу подъема? Сложно, но мы это сделаем, да. Мы с вами, видите, поднялись по этому крутому склону и вышли к почтовому дубу. Здесь когда-то стоял дуб, ему лет 500 было, это точно. Но в этот дубе было еще и дупло, так мы сказали. В это дупло могли залезть два человека, третий лишний туда был. Когда дождь или снег и так далее, а здесь, видите, все закрыто, можно было что-то оставить, и оно не пропадает, не намокнет. И стали писать письма. Типа, Вася, я здесь был, на следующий год собираюсь проехать. Такого-то дня, такое-то время. Если ты можешь, будь здесь. Он и оставляет тоже. Приду и буду и так далее. Некоторые письма как положили в 50-е годы. Так оно и лежало, и не востребовано. А другие, очень большая груда. Но, к сожалению, туристы ходят разные. В ноябре месяце группа поднялась, это в 80-х годах. И они взяли, подожгли это все, погрелись и ушли. Пока еще это называется каньон. Но стенки пока еще, если отвесные, то далеко. А вот когда сейчас подойдем, будет над нами скалы, с этого момента и начинается вход в этот самый большой каньон. Ага. И вот тот самый экстрим, который я сейчас говорил. Ягоды тис можно есть, но не дай бог вам проглотить. Все ядовитое. Петр Первый байка есть. Терпеть не мог такие переговоры, которые годами ведутся. Он просто сели за стол, там поставили кубки. Один из кубков из тисового дерева разливает. А теперь ведем переговоры. Когда большой поток от этого берега и до этого берега, это все покрыто водой, здесь бушует поток. Он несет, смотрите, огромные камни, да, и вот они падают сюда, а дальше что происходит? Вода закручивается, и более мелкие камни, песок и так далее, они начинают вот так по кругу идти. И друг от друга трутся, стирают, и таким образом становятся легкими, их опять выбрасывают. Камень стирает камень, ну и образуются вот эти самые. Причудливые. Если так походить, здесь посмотреть, можно увидеть и трехлапую палу. Говорят, это динозавр прошел.